Всем доброе утро, хорошего настроения. Я иду на работу и пью кофе. Вот, и знаете, хочется с вами поделиться. Вчера я почувствовала любовь, заботу от чужого человека, и это так прикольно, это так приятно осознавать, что человек о тебе заботится, делает подарки просто так. Это так круто, у меня такого еще не было. Нет, была одна девочка, которая мне тоже принесла один подарок. Он до сих пор у меня, я им пользуюсь. Вот. Это обычная кружечка. Когда у меня ничего не было, когда я съехала от бабушки, когда вот эти все скандалы ужасные были. Вот, когда бабушка оставила меня без ничего. И вот мне опять сделали подарок. Я его, кстати, уже кофе допила. Вот. Сейчас возьму. И это так прикольно. Это вот любовь, она настолько хрупкая. Ее очень легко сломать. А восстановить ее вообще никак нельзя. И это так здорово. Хочется вам пожелать, чтобы вы берегли то, что у вас есть, берегли тех людей, которые рядом с вами, которые заботятся о вас, которые просто так от всей души делают вам подарки. Это настолько круто. Вот. И я до сих пор еще в каком-то шоке, в каком-то непонятном для себя состоянии эмоций. Кстати, у нас плюсовая температура, ну, может быть, около нуля или один, может быть, градус. Снег еще лежит. Правда, деревья не все такие красивые, не все такие в снегу. Вот. В общем, это кайф. А еще, представляете, я удалила два видео, где там про бабушку, где они меня, ну, те старые видео, и YouTube их восстановил, представляете, сколько радости. Я думала, я их больше не увижу, эти видео. Оказывается, нет. Спасибо тебе, Ютубчик, что ты восстановил мое видео. Два моих видео, самых таких жизненных из той прошлой жизни. И я пересматривала, и мне... Я заново эти видео, конечно же, пересмотрела. Мне было не так, скажем, сильно больно, но тяжело их смотреть, конечно же. Но я потом еще сделаю один видосик с этим видео. Вот. Как бы так. Ну, настроение у меня супер-бомба. Я иду на работу. Мне нравится то, что уже расцветает. И снежок лежит. Вообще, это так круто. Я бы сейчас упала бы в этот снег. Ну, если бы его, конечно, было бы очень много. И валялась бы. Я не знаю, почему я так снег люблю. Вот. Как бы так, что ли. Так, в принципе, все очень-очень шикарно, все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Вот. Также вам желаю хорошего настроения, прекрасного денечка. Вот. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо вам за то, что просмотры делаете. За то, что смотрите, за то, что не забываете про меня. Мне это безумно очень приятно. Вот. И сейчас все, слава богу, хорошо. Я вот съехала сейчас в маршрутке, слушала музыку. И думала о прошлом, я столько всего пережила, я столько всего вытянула, какая я умничка. Но, конечно же, без вашей поддержки у меня бы ничего не получилось. И конечно же, без тех людей, которые меня верят, которые мне доверяют, которые меня любят. Спасибо им тоже огромное за то, что они рядышком со мной. Какие бы ситуации ни были, я вас безумно люблю. Спасибо за то, что вы есть. Просто. Это знаете, это не просто слова, выкинуты на ветер. Это слова от чистого моего сердца, от чистой моей души. И
как немногие говорят, я еще не испорчена. Ну, во всех планах в этой жизни я столько всего пережила, и я смогла сохранить в себе свою чистоту внутреннюю и душевную. Ну, все вместе, как это сказать, не знаю. Вот, но это так круто, это так радостно, когда что-то такое человеческое у человека есть. Вот, как бы так, что ли. Ладно, я уже без 10, наверное, уже без 10 или без 20, я сворачиваю видео. Всего вам нажелала. Берегите себя, пожалуйста. Вы самые прекрасные, потому что вы смотрите меня, и потому что я вам это все рассказываю. Вы самые лучшие мои.